Приветствую на Тверском районе, рядом с метро Белорусская. И здесь от Лесной улицы до улицы Бутырский вал проходит пешеходная дорожка, которая называется Заставный переулок. Ну, на самом деле, до 2007 года здесь был обычный такой настоящий переулок был с автомобильным движением. Здесь даже был оборот троллейбусов, такой троллейбусно-разворотный круг. Но в 2007 году автомобильное движение было прекращено, этот переулок был закрыт на реконструкцию, и через год, в 2008 году, здесь возникла новая пешеходная зона, которая проходит вот как раз между станцией метро Белорусская, вот, выхода, да, и вокруг находятся одни бизнес-центры разные. Но они числятся не по Заставному переулку, а по соседним улицам. По Заставному переулку никаких объектов не числится. Ну, возможно, когда-то были какие-то старые домики, но их уже давно снесли. И, в общем, переулочек совсем маленький, всего 100 метров. Вот, покрыт он плиткой, вот как сейчас у нас это принято модно. И это, да, чисто такая пешеходная зона, около станции, перед станцией метро Белорусская. До 1922 года назывался Царский переулок, вот, по тупику для отстой вагонов бывшей царской ветки. Железнодорожные ветки, конечно. Вот, ну, понятно, сейчас это уже такое чисто историческое название, уже никакого давно тут тупика нету. Хотя железная дорога, конечно, рядом проходит, Белорусский вокзал, там Алексеевская соединительная ветка идет, вот, вот Белорусский до Савеловской, до Савеловского вокзала. Но это там уже глубокой выемки, за улицей Бутырский вал. А здесь, конечно, непосредственно нет ее и никакого тупика тоже. Ну, вот когда-то от этой ветки, очевидно, сюда отходил тупик, и здесь стояли вагоны. Вот. Ну, а царская, потому что вот по этой ветке возили в том числе и царя. В 1922-25 годах, ну, совсем недолгое время, 3 года, переулок назывался Воронин, ну, очевидно, по одному из местных домовладельцев, еще до революционных, до 1917 года. Ну, и вот в 1925 году получил современное название, потому что находится вблизи Тверской заставы. Ну, когда-то здесь была граница Москвы и области. Вот, и, соответственно, здесь, в общем, ну, как-то рода был такой, как, типа, пограничный пункт такой, да, застав. Проверяли людей, которые въезжали, и особенно, конечно, товары, которые они возили с собой. Ну вот, и все, что здесь есть, это, соответственно, сюда очень легко попасть, это метро Белорусская. Вот, и сразу выходим и видим тут динамический фонтан, прям вот. Небольшая такая площадь перед бизнес-центрами находится, прямо рядом с метро по выходе. Небольшой динамический фонтан, то есть он постоянно то, так сказать, повышает свой уровень, то так подскакивает, то наоборот так уменьшается вот, в размерах, то так как прыгает, да, как по динамике. Ну, вот, и кроме того, он еще подсвечивается в темное время суток. Ну, тут скамейки вокруг, вот, все, естественно, в камне, плитка. Вот, и вокруг одни бизнес-центры. Там бизнес-центр Лесная по Лесной улице числится, и 3 корпуса бизнес-центра Белая Лошадь. Все эти бизнес-центры были построены здесь в 2000-х годах на месте старой застройки. Вот, ну и все эти центры числятся по Лесной улице и улице Бутырский вал. Вот, и еще есть Старообрядческий храм Николая Чудотворца, вот, построенный в начале 20 века. Он находится на улице Бутырский вал. Ну и тоже частично уходит на этот. Вот и все. Так что приезжайте, здесь довольно интересная такая пешеходная зона, хотя очень маленькая, ну и очень много народу. Так что крайне некомфортно здесь. В любое время, и вечером, и днем, и в любое время суток, и в любое время года. Здесь очень некомфортно. Ну, то есть, конечно, понятно, что вроде пешеходная зона, но поскольку здесь все очень стиснуто, вот эти бизнес-центры огромные поднимаются такие, да, вот над головами. И все вокруг вот очень обужено. Вот, и народу много, и метро, и здесь, конечно, гулять никому. Вот. Но, с другой стороны, как-никак, а пешеходная зона. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.